тумане облачных развалин, встречая утренний рассвет, он был почти нематериален и в формы жизни не одет. Он ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зародыш, выкормленный тучей, он волновался, он кипел, и вдруг веселый и могучий ударил в струны и запел. Ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И засияла вся дубрава молниеносным блеском слез, и листья каждого сустава зашевелились у берез, зашевелились у берез. Натянут тысячами нитей меж хмурым небом и землей ворвался он в поток событий, повиснув к низу головой. Ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он падал издали с наклоном в серые скопища дубрав, и вся земля могучим лоном его пила, затрепетав. Ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И засияла вся дубрава молниеносным блеском слез, и листья каждого сустава зашевелились у берез, зашевелились у берез. Встречая утренний рассвет, он был почти нематериален и в формы жизни не одет. Он был почти нематериален и в формы жизни не одет. Благодарю.